Всем привет, с вами Стив Про. Всем покажу мод, который добавляет новую еду в Minecraft Покритишн. Вот мы здесь в мире. Так, давайте откроем мой сундук. Вот, как видите, тут еда. Чашка кофе, суп. Суп еще. Яичница, вот давайте вот. Так, это чай, что-то не выпивать. Ладно, давайте пойдем дальше. Так, я ничего не положил. Ну, уже суп, который был в Майнкрафте. Вот это такой суп. Так, вот поели. Вот есть яичница. Ладно, я вот это до конца не буду. Так. 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 Сейчас в руках у меня пустая чашка. Ладно, это мороженое, как видите, он может тоже есть. Это такая карамельная палочка. Это напиток. Это, ну, напиток с водой. Вот он, она маленько прибавила. Ну, так. Кушать мы все равно еще можем. Вот все, мы накушались. Так, больше пить мы и кушать не можем. Как видите, вот у меня еще маленько там осталось. Зеленый суп. Ну вот, такой мод. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.